В городской водоем в Якутске выпустили лебедей. Пара пернатых раньше обитала в городском парке, теперь они живут на озере Щёрса. Второй год здесь разводят уток, гусей и карасей, а вот лебеди здесь появились впервые. Переезд для птиц организовали общественная организация «Баянай» и частные фермеры. Также в этом году на озере построили пирс и смотровую площадку для жителей и гостей столицы, где они могут полюбоваться и покормить птиц и рыб. В будущем территорию водоема планируют еще больше облагородить, снабдить светом, расширить озеро и построить через него мост. А птиц на озере сейчас более полусотни, но это не окончательная цифра, потому что с каждым днем все больше желающих хотят участвовать в проекте. Вот у меня частный дом, и там на берегу озера, получается, у меня располагаются мои птичники, вольеры, вот, и живут там у меня утки. Мне, в принципе, не сложно содержание, главное, чтобы любить их и, как бы, чтобы было желание заниматься ими. Так несложно. Первую зиму перезимовали хорошо. Вот, у меня было несколько выводков еще утят, цыплят. Вот, сейчас они подросли все. И как бы их стало много, и сейчас уже не знаю, половину как бы можешь продать.